Детям рассказали об электрическом токе. Компания «Караганды-Жарык» провела урок энергобезопасности для школьников. О правильном обращении с электроприборами и поведении вблизи энергообъектов учащимся 77-й школы рассказали специалисты компании «Слугодателя». Энергетики также напомнили ребятам о правилах обращения с бытовыми электроприборами. Школьники усвоили, что нельзя пользоваться электророзеткой с поврежденным корпусом, а также включать электроприборы с нарушенной изоляцией сетевых проводов. Отметим, что такая профилактическая работа в образовательных учреждениях компании «Караганды-Жарык» проводится регулярно, в начале и в конце учебного года. Мы стараемся детям объяснить, доходчиво рассказать им о том, что из себя представляют энергообъекты, что делать можно, чего делать нельзя, какие основные правила электробезопасности. Потому что, к сожалению, дети слабо осведомлены об этом. Ну, теперь мы знаем, как себя вести. Я была очень рада услышать, особенно это от специалистов. Теперь мы знаем, по каким номерам звонить. Аккуратно пользоваться электроприборами. Будем детей помладше предупреждать, объяснять им, говорить, как надо себя вести. Подавать хороший пример.